Я не понял, 6 заявлений было, а где еще 2? Тебе что, важно заявление или чтобы руки жирные не были? Ты что, идиот что ли? Заявление по мусту? Это же почти документ же. Ну почти же документ, но не документ же. Придурок, блин. Давай тут тоже. Ладно, что с зеркалами будем делать? Купим их или что? Или найдем? Не, денег нет, чтобы такие зеркала покупать. У тебя есть какие-то идеи? Ты же у нас умный. Ну, есть одна идея. Можем где-нибудь Lexus какой-нибудь найти, поехать в неблагополучный район и ждать приманку. Неблагополучный район? Ко мне на район, что ли? Ну, можно и к тебе на район. А там глазом не успеешь моргнуть. Полностью разберут машину. Потом их ловить, на тюрьму сажат. А родственников неудобно в тюрьму сажать. Ладно. С районом определимся. Пойдем Lexus искать.